Всем привет, продолжаем гулять по моему маленькому городку. Опять я рассказываю то, что мне удалось найти о мостах Санкт-Петербурга. Собственно, их больше 342 городских мостов. Верхний Лебяжий мост, Автодорожный арочный мост через Лебяжью канавку в центральном районе Санкт-Петербурга соединяет острова Первый Адмиралтейский и Летний сад. Внешнее оформление моста сохранилось до настоящего времени в своем первоначальном виде. Объект культурного наследия России федерального значения. Расположен по оси Дворцовой набережной у истока Лебяжьей канавки. Мост находится непосредственно между Летним садом и Марсовым полем. Ближайшая станция метро Горьковская, это где-то 900 метров. Название моста дано по наименованию Лебяжьей канавки. В 19 веке существовало несколько вариантов наименования моста. Лебяжий мост, 21 год. Лебяжий каменный мост, это уже 1836. И верхний Лебяжий мост с 1849 года. Деревянный подъемный мост на этом месте был построен в 1711-1715 годах, сразу после прорытия канала. В 1754 году мост перестроили в дереве. В 1767 при возведении гранитных набережных Невы мост был перестроен под напролетный каменный арочный. Строительными работами руководил мастер Насонов. Автор проекта предположительно был архитектор Игнация Людовика Росси. В 1927-28 годах по проекту инженеров Васильева и Крушельницкого каменный свод был заменен железобетонным без изменения архитектурного облика моста. Мост однопролетный арочный. Железобетонный свод параболического очертания облицован гранитом. Опоры и окрылки моста выложены из бутовой плиты, также облицованы гранит. Длина моста 12,5, ширина 14,9. Ширина тротуаров по 2 метра. Блоки парапета 82 на 42. Мост предназначен для движения автотранспорта и пешеходов. Проезжая часть моста включает из себя две полосы для движения автотранспорта. Ну вот примерно так все, что мне удалось найти про верхний Лебяжий мост. Такие характеристики его. Брал я данные из Википедии. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Смотрим картинки, которые я там нафотографировал. Пока-пока.